Всем привет, друзья! Вот и пришло время поговорить о самых главных астрономических событиях 2022 года. И знаете, есть что обсудить. Лунное и солнечное затмение, великое противостояние Юпитера и противостояние Марса, серия покрытий Урана Луной, покрытие Марса Луной и даже, возможно, метеорный шторм. Но обо всем по порядку. Ну и начнем с планет. Меркурий в течение года встретит 3 утренних и 4 вечерних элонгаций. Наиболее благоприятные условия для наблюдений этой планеты сложатся в апреле на вечернем небе и в октябре на утреннем. Для Венеры благоприятна первая половина года. Она будет наблюдаться по утрам. 20 марта наступает максимальная утренняя элонгация планеты. Для Марса, напротив, наиболее удачна вторая половина года. 8 декабря Марс вступит в противостояние с Солнцем, достигнет блеска минус 1,9 звездной величины и диаметра 17 угловых секунд. Причем на пике яркости состоится еще и покрытие Марса Луной. Редкая удача. Юпитер в 2022 году окажется в великом противостоянии, когда расстояние между Землей и Юпитером минимально. Случается такое раз в 12 лет. Довольно редкое событие. 26 сентября Юпитер достигнет максимального блеска минус 2,9 звездной величины, а размер планеты составит почти 50 угловых секунд. Сатурн в этом году расположился в созвездии Козерога, и лучшие условия для его видимости тоже сложатся вблизи противостояния, то есть в середине августа. Уран и Нептун лучше всего наблюдать осенью. Уран, как и в прошлом году, останется в созвездии Овна, он вступит в противостояние 9 ноября, и в этом году состоится целая серия покрытий Урана Луной. Нептун состоял на самой границе созвездий Водолея и Рыб, и в противостоянии окажется 16 сентября. Что касается комет, то кажется, 2022 не принесет нам ни одной яркой. Во всяком случае, на данный момент у нас вот такие сведения. Возможно, по ходу года появятся новые открытия. Комета C2021O3 Pan-STARRS пройдет перигелий 21 апреля и, скорее всего, развалится. Если же она все-таки переживет сближение с Солнцем, то в начале мая может достичь 7-й звездной величины. Кстати, 1 мая эта комета окажется поблизости с рассеянным скоплением Плеяды и Меркурием. Комета C2017K2 Pan-STARRS к середине июля может тоже поярчать до 8 или даже 7 звездной величины, и 15 июля она пройдет в половине градуса от шарового звездного скопления M10 в созвездии Змееносца. Затем комета улетит в южное небо, где может достичь максимума блеска в районе 6 звездной величины. И, собственно, все. Если хотите узнать о других, более слабых кометах 2022 года, то переходите в телеграм-канал «Записки астронома». Его ведет Артем Новичонок, и там много полезной информации. Хороший ресурс в вашу копилочку. Ссылку на кометный обзор я оставлю в описании. Ну а теперь к основным событиям года. 2022 начался с метеорного потока Квадрантиды. В пике он дал порядка 60 метеоров в час, что не очень много. Мне, кстати, удалось пронаблюдать этот поток, видео можете найти на канале. 18 января километровый астероид 1994 PC-1 пролетел в 2 миллионах километров от Земли. На небе он двигался со скоростью 2 градуса за час, это очень быстро. Также астероид достиг яркости 10-й звездной величины, и его можно было наблюдать в любительские телескопы. Что я и сделал. 5 февраля планета Марс прошла по краю шарового звездного скопления М22. Ну а что же дальше? Следующее интересное явление произойдет 5 апреля. Марс окажется в соединении с Сатурном. Между планетами будет расстояние в 20 угловых минут. Правда, на севере России это сближение вряд ли удастся пронаблюдать. А вот если вы живете на юге, то все в ваших руках. Там еще и Венера будет поблизости, поэтому будет что пофотографировать. И пейзажные кадры можно сделать, где три планеты, и через телескоп соединение Марса и Сатурна. 29 и 30 апреля Меркурий будет проходить в 1,5 градусах от рассеянного скопления Плеяды. Увидеть их можно на вечернем небе.
Также 30 апреля состоится первое солнечное затмение в этом году. Правда, наблюдаться оно будет исключительно в Южной Америке. Максимальная фаза составит около 60%. 1 мая в соединении окажется Юпитер и Венера. Расстояние между ними составит 0,3 градуса. Но наблюдаться они будут очень низко под утро на восточной стороне неба. Наблюдать это сближение лучше в южных широтах. 16 мая ожидается полное лунное затмение. Правда, для России, как и для всего постсоветского пространства, сложатся не самые удачные условия. Лучше всего насладиться затмением можно будет в Западной Европе, например, в Испании или Португалии, а также в Северной и Южной Америке. Нам же достанутся в основном малоэффектные полутеневые фазы. 29 и 30 мая Марс сблизится с Юпитером. Расстояние между планетами составит чуть более 0,5 градуса. Смотреть это соединение лучше в небольшие бинокли. 31 мая ожидается очень неоднозначное явление. На этот день прогнозируется вспышка метеорного потока Тау-Геркулиды, порожденного развалившейся кометой 73P Швассмана-Вахмана. По разным данным, активность может составлять от 0 до 100 метеоров в час, что примерно как у крупных потоков Персеидов и Геминидов. Более того, самый позитивный прогноз предполагает метеорный шторм и несколько тысяч метеоров в час. Нормальный такой диапазон от 0 до нескольких тысяч. Что? Я думаю, ближе к маю об этом событии будут много говорить, потому что на бумаге мы имеем очень сладкие прогнозы, но на практике велика вероятность, что все расчеты окажутся не более чем сотрясанием воздуха. Максимум ожидается в 8 утра по московскому времени, поэтому расчетный пик благоприятен для американских континентов и неблагоприятен для Евразии. Но это все на уровне расчетов, опять-таки. Ближе к событию я сделаю полноценный ролик, где разберу это явление более подробно. Следующее заметное астрономическое явление произойдет в ночь на 22 июля. На Дальнем Востоке наблюдатели могут увидеть покрытие Марса Луной. В это время блеск у красной планеты будет чуть слабее нулевой звездной величины. Но это только тренировка. Главное покрытие Марса еще впереди. 13 августа – максимум метеорного потока Персеиды. Но в этом году они пройдут при полной Луне, что сильно повлияет на результаты наблюдений. Будут видны только самые яркие метеоры. В ночь на 15 августа Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. В этот момент у планеты сильно увеличивают яркость его кольца вследствие эффекта Зеллигера. Ради интереса можно провести наблюдение за несколько дней до противостояния, затем в момент противостояния и через несколько дней после него. В идеальном случае нужно получить фотографии, ну или зарисовки, и потом сравнить результаты. А 14 сентября состоится покрытие Урана Луной. Увидеть его можно на европейской части России, Урале и в Сибири. Правда, чем восточнее, тем ближе к рассвету будет наблюдаться явление. Смотреть покрытие нужно в телескоп и желательно с увеличением от 80 крат и выше, чтобы видеть диск Урана. 16 сентября Нептун окажется в противостоянии с Солнцем. А 26 сентября Юпитер вступит в великое противостояние. Как я уже говорил, явление довольно редкое, происходит раз в 12 лет. Правда, справедливости ради, надо сказать, что внешний вид Юпитера не будет кардинально отличаться от обычных противостояний. Он будет чуточку больше. 26 октября состоится частное солнечное затмение. Очень удачные условия сложатся в Европе, на европейской части России, на Урале и в Западной Сибири. На европейской части России почти везде будет фаза около 60-70%. А вот в Сибири, например, в Омске и Новосибирске, Солнце будет закрыто Луной на 80%. Восточнее Красноярска это затмение наблюдаться не будет. Впрочем, в Восточной Сибири и Дальнему Востоку куда больше повезет 8 ноября, когда состоится полное лунное затмение. На европейской части России будут наблюдаться в основном полутеневые фазы, но чем больше мы будем перемещаться на восток, тем более удачные условия сложатся для наблюдения затмения. Причем в Сибири прямо во время затмения
можно увидеть покрытие Урана Луной. Вот как это будет выглядеть в Иркутске. Крутости этому всему добавит тот факт, что явления совпадут с противостоянием Урана. То есть затмившаяся Луна закроет Уран в момент его противостояния с Солнцем. Уф, комбо! Важный момент. Земная тень сильно ослабит яркость лунного диска, поэтому Уран рядом с такой ослабленной Луной можно будет наблюдать куда комфортнее. Еще одно покрытие Урана Луной состоится 5 декабря. Его отлично можно будет наблюдать почти на всей территории России. Ну а еще одна череда из пар классных наслоившихся друг на друга явлений произойдет 8 декабря. В этот день Марс вступит в противостояние с Солнцем. Его яркость достигнет минус 1,9 звездной величины, его угловые размеры составят 17 угловых секунд, и в ночь с 7 на 8 декабря под утро состоится покрытие Марса Луной. Как и в случае с Ураном, Луна затмит Марс прямо в момент противостояния. Наблюдать это явление можно в Европе и почти на всей европейской части России, но довольно низко над горизонтом. В Сибири Луна зайдет под горизонт еще до покрытия. 13 декабря состоится максимум активности еще одного крупного метеорного потока. Небо украсят Геминиды из созвездия Близнецов. Луна в фазе более 70% будет довольно сильно мешать наблюдениям, поэтому смотреть Геминиды в этом году рекомендуется ранним вечером до восхода Луны. Вот такие события приготовил нам 2022 год. Вполне возможно, что к этому списку добавится еще что-то интересное. Но на сегодня мое видео подошло к концу. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Если хотите поддержать канал, то в описании есть разные способы, как это можно сделать. А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока!